И всем привет, ребят, меня зовут Альмбер, и сегодня мы опять-таки начали вернулись в карте Метро 2, и сегодня, ребята, вышла новая обнова, оптимизация, об этом я рассказал в своем телеграм-канале, так что не забудьте туда подписаться по ссылке в описании. Сегодня, ребята, мы проверим обнову оптимизации, что же оптимизировали, что же меньше добавили, и что оптимизировано. И сегодня посмотрим, поставим на максимально высокую ультра-графику и проверим, будет ли лагать или же нет, и попробуем пройти некоторые миссии. Так что присаживайтесь поудобнее. У меня принесли себе чайков, вкусняшки. Ну ладно, ребята, давайте уже не будем, конечно, томить. И начнем. Кстати, дружище, если ты впервые на моем канале, то обязательно поставь лайк, подпишись на канал, нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А сейчас что будем сейчас первым делом проверить? Как вы понимаете, на фоторежиме у нас, конечно, вот все лагает, все мерцает. И сейчас мы это, конечно, проверим. Но да, здесь чуть-чуть, конечно, не как бы не исправили. Вот все же лагает. Ну, как вы, разработчики, если не ошибаюсь, ответили на этот вопрос. Вопрос, что это невозможно как-то исправить. Кстати, посмотрите туда на вот крышу автосалона. Смотрите на крышу автосалона, там просто нету. Ладно, так, с нашим действием давайте поставим сейчас на ультра графику, зайдем в настройки и вот графика, просто поставим вот так вот просто ультра графику. Все поставил, включаем все режимы, все врубаем, конечно, на максимум, включаем на максимум. И главное сейчас у меня, чтобы не сорвался телефон. Стоп, дружище, а ты слышал про игру Феникс РП? Если нет, то я сейчас расскажу. Феникс РП — это онлайн РП на твой телефон, где ты можешь покайфовать от процесса игры и еще стать буквально кем угодно, хоть полицейским, хоть бизнесменом, или же пришиться на районе к пацанам. А главное, тут приятная и классная графика для твоего глаза, и после игры у тебя просто не будет болеть глаза, потому что тут очень красивая графика. Игра сейчас в активной разработке, и в скором времени она будет уже доступна так и на Android, так и на iOS. И, ребята, сейчас разработчики активно уже, конечно, набирает людей на пост администрации и лидер ОПГ. То есть, вы понимаете, у вас есть шанс попасть на пост администрации или же лидеров в ОПГ. То есть, на военном части вы можете быть лидером или же стать главным администрации в игре. Так что переходи по ссылке в описании на их ВК-группу Феникс Roleplay и становись кем угодно и играй со мной вместе в Феникс РП, когда она уже будет, игра доступна на Android или же на iOS. То жду тебя, дружище, на Феникс РП. Переходи по ссылке в описании и подпишись на ВК группу Феникс РП. Феникс РП — лучший карамбо проект на твой телефон. И, ребят, нифига себе, вообще не налагает, ребята. Во, ребята, реально разработчик работает над оптимизацией. Прямо сейчас у меня не лагает, причем и хорошенько так работает, ребята. Даже можно вот таком вот, конечно, играть в, так сказать, на ультра графиках можно в игре, и что у вас не лагало. Так, давайте сейчас я отключу некоторые функции, ну, на всякий случай, так сказать, да. Отключим, что у меня не взорвался телефон. Так, размейте тоже отключаем. Как бы мне не нужен, так, световой след, думаю, не нужен, все, и все идеально, ребята. Теперь вот, да, чуть-чуть даже стало легче телефону, он вообще теперь не лагает никак. Только что тоже не лагало, но здесь, ну, как-то после того, как отключили некоторые режимы, стало легче, реально. Можно подрифтить, ребята. Вот здесь уже проседает с FPS, ребята. Вот здесь чуть-чуть лагает и проседает, конечно, FPS. К сожалению, тут невозможно посмотреть на FPS. Если разработчики добавили такую функцию, то было бы круто, что смотреть на FPS. Здесь вот в этих районах проседает FPS, как ты понимаешь, дружище. И этот район нужно, конечно, разработчикам все-таки как-то оптимизировать. Здесь вот жестко проседает прям. Ну давайте теперь попробуем, конечно, пройти какую-то миссию. Ну, что, конечно, не было прям сложно. Давайте попробуем пройти вот эту миссию, ребята. Да, сейчас игра, ну, никак плавно идет. Как у тебя стоит графика высокая, тогда игра вообще идет плавно. А сейчас, ну так себе плавно идет. Так что, разработчики, пожалуйста, оптимизируйте этот район. Нет, я сейчас проиграю. О, там просто тачка поехала, просто улетела. Вот, догоняем, давай. Все, ребята, мы выиграли, и да, с ультра-графика как-то это возможно выиграть. Видите, ребята, реально разработчик работает над оптимизацией, и круто вот, что разработчик делает оптимизацию, и вообще, мне понравилось вот как-то, как сказать, что вот разработчики сделали оптимизацию, и я очень рад за это, и спасибо. Теперь я могу играть в ультра-графиках, при том, то, что у меня чуть-чуть лагает, да, в некоторых районах проседает FPS, но ничего, можно вот так
вот просто поставить. Кстати, вот смотрите, если там покрасить цвет фар, то у тебя будет потом жестко как-то лагать. Ну, когда у тебя включенные фары, тогда у тебя жестко лагает. Вот это тоже потом нужно будет проверить на эту оптимизацию. Обязательно проверим в конце ролика, так что досмотрите ролик до конца. Если еще это до сих пор недоступно обновление, то переходите по ссылке в описании в моем телеграм-канал, куда я скину, конечно, это бета-тестирование телеграм-канал, так что обязательно подпишитесь сюда. Ну что, ребята, я уже, конечно, изменил цвет фар, я поставил вот такой вот, конечно, желтенький цвет. Ну, думаю, получилось круто. Сейчас посмотрим, будет ли лагать сейчас или же нет. И так, мы сейчас в игре, в принципе, включаем фары и... A few moments later. Пока что ничего не лагает, и вроде ничего не лагает, ребята. Все оптимизировано, все сделано на высоком уровне, все очень круто, качественно сделано. Разработчикам респект за то, что они сделали вот такую, конечно, вот оптимизацию. Раньше, когда выпустили первый раз уже обновление, и тогда я хочу сказать, что вот когда ты включала вот цвет фар измененный, уже у тебя жестко лагал, проседал FPS на высоком качестве, это уже на высоком, а сейчас на ультра качестве вообще не лагает, потому что вы понимали, вот офигенно какое качество сделал, какой оптимизация сделана, и это круто. Сейчас мне нужно заправить тачку и потом уже подведем итоги. Все, я уже тачку заправил, закрываем, конечно, баг и сядем в тачку, и сейчас подведем итоги и вообще разберемся, в чем же, конечно, суть обновы оптимизации, ребята. Ну, что хочу сказать, давайте подведем итоги. Самое первое, когда уже вышла обнова, чтобы вы понимали, тогда вот когда ты изменял цвет фар и включал вот фары, у тебя жестко проседал FPS, то есть у тебя жестко лагало, а сейчас, ну, все норм работа, даже на ультрах качествах все хорошо. И разработчикам респект, сделали вот такую вот, конечно, оптимизацию. И так баг фикс тоже, конечно, разработчикам работает. Так вот, давайте посмотрим. А, ребята, посмотрите, теперь, конечно, вот цвет фар, измененный цвет фар, вот показывается на, конечно, дроне, а раньше не показывался. Вот, разработчики тоже это исправили, и это реально круто, вот. Ребята, если вам сегодня понравился ролик, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, тогда, друзья, увидимся в новых роликах. Всем до скорой встречи, всем пока-пока.